Эта притча рассказана, вы не поверите. Я вам скажу, вы можете, конечно, сомневаться в моих словах, но это правда. Она рассказана адвокатом дьявола. Никто не хочет брать на себя чужую вину. Вот однажды шел горожанин по дороге из деревни, в которой жили его родители, возвращался в город. Встретил по дороге одного глупца. Знаете, такие бывают городские глупцы. Ну и чтобы не было скучно, он у него спрашивает: откуда ты идешь? Тот говорит: я был в аду. Он: о, зачем ты спускался в ад? Он: я так хотел взять огня прикурить. Ну и ты что, взял огонь? Говорит: нет, хозяин ада не дал мне огня. Он: как? В аду полно огня, почему же он тебе не дал огня? Он сказал: в аду полно огня, ну каждый посетитель ада приходит со своим огнем. Ад огонь не раздает. Люди несут его туда свой. Свой огонь своих грехов. Вот даже ад не хочет брать на себя ответственность за наши грехи. Это только наша ответственность. Так что, дорогие мои, берите на себя ответственность за свои поступки, за свои слова. Раскаивайтесь, если совершили что-то плохое. И молитесь. Аминь.